Всем привет! Я в магазине Фикс Прайс. Давайте смотреть вместе новинки. Кондитерский шприц и 8 насадок. Каждая насадка имеет уникальное отверстие для различных форм. 55 рублей. Состав полипропилен. Раздвижная лопатка для торта. Даже раздвижная. Так, посмотрим, как она раздвигается. Подойдет для подачи тортов, пирогов, тирамису и даже слоеных салатов. Вот таким образом она раздвигается. Полипропилен 55 рублей. Есть еще такие. Противень с антипригарным покрытием. Размер 340 на 240 и 60 сантиметров. Демидовский завод. И размерчик такой хороший. 199 рублей. Таймеры для варки яиц, оказывается, есть еще других расцветок. И даже красненькая. Корзина для мусора. 10 литров. Довольно-таки большой размер. Обычно такие маленькие, а это большие, хорошие. 199 рублей. Красивые такие, блестящие. Горшки для цветов по 77 и 55. Здесь 1,4 литра, а здесь 3. Такая текстура матовая. Хорошие, симпатичные горшочки. И поддончик есть. Есть еще голубые. Мне нравятся горшочки. И розовые. А это кашпо. Для цветов 130 на 90 и 90 сантиметров. 12,70. Без дырочек. Значит, точно кашпо. Такие уже были. Поддоном. Такие горшки тоже с поддоном. И такие вот поддончики к ним. Тарелка окрашенная 205 миллилитров, 12 штук. У нас в этом магазине только желтые, может быть, другие цвета. Состав полистирол. И еще есть такие стаканы уже зелененького цвета, окрашенные, 200 миллилитров, тоже 12 штук, тоже полистирол и тоже одного цвета. Вот такая упаковочка одна получается. Стаканчики стоят 10-20, тарелочки 25 и еще вот вилочки. Вилка столовая окрашенная, 12 штук, тоже 10-20. Все, готовится к лету, к пикникам. Тряпки для уборки 2 штуки, 30 на 30 сантиметров. Легко очищают любые окна без моющих средств и разводов. Вот это точно новинка. Две тряпочки входят. Одна полосатая, а другая не полосатая. И расцветочки разные.
такие яркие. Очень интересно, да? Что легко очищает без моющих средств. Странно. Салфеточки вам показываю, потому что скоро будем мыть окна. Я везде в магазинах смотрю разные салфетки. Это целлюлозные. 5 штук, 15 на 15 сантиметров. Это из микрофибры. 40 на 48, 51 рубль. Это вискозные универсальные. 7 штук, 25 на 30. 25, 50. Тряпки из микрофибры. 5 штук, 55 рублей. И такие салфетки универсальные. Вискозы, 6 штук. Цена, наверное, 55 или 51. Фартук кухонный. 68 на 60 сантиметров. Город Иваново. 99 рублей. Смотрите, какой. В горох. И такой, наоборот. Тот был белый с красным, а это красный с белым. 99 рублей. Хороший. Он похож на... Сейчас посмотрим состав. Хлопок 100%. На вафельное полотенце похож. Смотрите, и полотенца такие. Набор полотенец. Две штуки. Горох. 40 на 70 и 2 сантиметра. 40 на 70, в общем. Там два полотенца. Набор. Очень хорошо подойдет к фартуку. Тоже 100% хлопок. Хороший наборчик. 99 рублей тоже. Полотенце махровое за 199. 100% хлопок. Отличный просто. 60 на 130 или 50. Все-таки 50 на 130. Расцветочки разные. Зелененькие, желтенькие, серые. Качество отличное. И такие. Такие я уже показывала. Тоже 199 рублей. 45 на 100. Колгейт детский со вкусом клубники. Надо такой купить. 66 грамм. Доктор Заяц. От 2 лет. Аромат клубники. Я уже сказала, 50 миллилитров. 55 рублей. Смотрите, какие ручки. Набор фигурных гелевых ручек. 2 штуки. Пчелками, зонтики, зайчики-морковки, длинные клубнички, чернила синие, почемучкины книжки, почему море соленое, зачем телефону соты. Для чего человек дышит? Почему корабль плывет, а утюг тонет? Кто видит ушами? И очень-очень много разных. 77, наверное, или 55. Все, узнала. 77. Смотрите, какая стопка огромная. Это все почемучки. Хочу вам немножко рассказать об этих сливках для снятия макияжа. Мне очень понравились. У меня очень сухая кожа. Намыливаешь на лицо, смываешь. И такое ощущение, что ты помазался только что кремом. И лицо такое мягкое-мягкое. У кого жирная кожа не подойдет, а для кого сухая, это просто находка. Стоит всего 99 рублей.
но очень хорошее. Возьмете, не пожалеете. Кожа от него. Прям, вот я говорю, такое ощущение, что намазали кремом, жирным кремом. Потом впитывает отличные средства. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.